Как подобрать рацион для собак? Промышленный корм или натурал? По качеству корма делятся на несколько категорий. Продукция эконом-класса, думаю, даже не стоит рассматривать. Если вы заботитесь о своем питомце, избегайте ее. Корм стандарт-класс. Уже лучше, приемлемое качество, есть необходимые витамины и минеральные компоненты. Премиум и супер-премиум корм имеет сбалансированный состав и хорошо усваивает. Корм холистик. Используются продукты как для человека. Самый дорогой и хороший корм. Кормить влажными консервами или сухим кормом решать только вам. Состав не отличается, только консистенция. Рассмотрим кормление натуралкой. Мои собаки всегда на натуральном кормлении. Речь ни в коем случае не о каше. Структура рациона должна включать в себя мясо и субпродукты. Печень, сердце, вымя, очень полезен рубец. Иногда рыба. Обязательно немного овощей, ну и молочка. Можно покупать уже готовые наборы в упаковках, где к субпродуктам и мясу добавлены овощи. Вам остается только разморозить и положить. По стоимости такой рацион уступает только корму эконом-класса. На кормление 30-килограммовой собаки натуралкой уходит до 4000 в месяц.